Новый глобальный документальный проект «Один день на Земле» бросает взгляд на образ жизни и культуру людей по всему миру. Продюсер фильма Брэндон Литман с удовольствием рассказывает о процессе. «Один день на Земле» стартовал примерно 3 года назад. Мой бизнес-партнер, режиссер и основатель проекта Кайл Радик начал с того, что через онлайн-ресурсы стал искать контакты с фильммейкерами по всему миру, которые хотели бы принять участие в нашем глобальном проекте. По мере увеличения круга наших партнеров, мы создали свой онлайн-ресурс onedayonearth.org, с помощью которого все наши партнеры могли взаимодействовать и совместно работать над общим проектом. При поддержке ООН продюсеры смогли обеспечить защиту авторских прав каждого присылаемого видеоматериала. ООН просто фантастический партнер по вопросам производства. Я потрясен их ответственностью перед своими обязательствами, которые они на себя взяли, и абсолютным вниманием к этому проекту. Они отдавали все силы тому, чтобы фильм состоялся, и чтобы вклад каждого участника нашел свое место в картине. Некоторые участники проекта просто шокировали Литмана. Из тех 3000 часов видео, что я отсмотрел, запомнилось, как кто-то ел стекло и даже глотал его. Это просто взорвало мой мозг. Также были просто потрясающие кадры новорожденных детей. Еще помню совершенно незабываемый военный парад в Северной Корее. Благодаря всему этому у нас накопился просто фантастический материал для фильма. Предварительная продажа фильма будет скоро открыта на официальном сайте проекта.